Вроде нормально все, все. Нормально. Ну, говорящий резон наконец-то, блядь. Тихонько. Как? Да хоть боже. Тихонько. Потому что ты как говоришь, прям намного лучше, блядь. У нас один, блядь, краёк молчаливый, блядь. Не знаю уж, когда микрофон. Сегодня мы на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Добро пожаловать так домой к Севилье. Они ждут. Правым надо, правым. Потепляй, да. Чоп, встань справа. Да, еще через тебя будет закидывать. А, он через шаду закидывает, через голубого. Уйди, Вань, на место. Давай быстрее. Давай, пас. И наш матч начинается. Понятно. Не подсовывает. И мяч перехватил. Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. С игроками сразу окна. Что, он открыто стоит? Почему, блядь, не закрывает? Хорош. Мощно он сыграл сейчас. Ребят, играйте сразу в окно, как тут. Вот. Я убегаю всегда сразу в окно. Мяч у вратаря, все. Даю. Я убегаю, калаш. Хорош. И открой назад. Стараюсь, по крайней мере. Из-за боковой будешь бежать, чтобы уводить. Мега в окно ты открыл. У меня дальнего нет. Я, конечно, подожду. Кидай. Агуэро. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Мне не торопимся, надо открываться. Есть хороший адрес для передачи. Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Вадик, сделай что-нибудь. Вперед игра идет, мяч у атакующей стороны. Хорош. Не получилось у них мяч удержать. Пошел. Мега, не ходи к нему, когда он убегает, пожалуйста. Потому что на двоих не летит. Центр смотрим. Есть тут возможность к воротам убежать. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Бегите отсюда, на, пожалуйста. Вратарь намертво забирает мяч. Это он срубил нас. На желтого, если что, давай. Очень хорошо на игру читает, мастерски. Играет в пас команда. Арест тут напрашивается. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. Я в ножке. Другой переводите. Есть вариант развития атаки. Он накручивает соперников одного за другим. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, вот как изменится игра после этого делает гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Да уж. Везет, ну. Сейчас будет веселее. Ну, вперед попробовать. Ну, вот это. Играют они, блядь, в пас. Избец. Играет он на партнера. Главное не нажимать отбор там штрафной. Все, слева нижним встаем и все. Переводи. Через пас нужно от такого прессинга уходить. После рикошета мяч уходит в аут. Может, было получше мячом распределиться. Катают они мяч. Альмейда да Куня. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Счет снова равный. 1-1. Могу резон туда дать. У них с той стороны, бля, больше людей стоит слева, чем справа. Давай через шаг. Ну, попробуй резон кинуть, да. И буквально подарил мяч соперник. Дает арбитр, игру продолжит.
Арбитр так, назначает штрафку. Сейчас кто-то навес, скорее всего, будет туда на дальний. Все, вот здесь дальше надо. Так, Женя, отойди туда, назад, вот туда на дальний. Через короткий пас разыграли. Пас на ход, может быть, интересно. Спасает он команду своими действиями сейчас. Глик. Блядь. И будет аут сейчас. Спокойно играем, ноги сразу не получилось. Нормально, не дают играть. Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправится. Возьму назад. Алмейда Дакуни. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч вынес. Все верно, края надо чаще задействовать. Не смог он удержать мяч в поле, техника подвела. Выходим, Гент тоже подходит. Зафиксировал судья нарушение, чтобы штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, здесь... ну а кто-то наоборот справедливым. Гент, страховой центр. Блин, сорян. Крайне плохой пас получился, мяч перехвачен. Идут они уверенно в атаку. Центр плохо. Ляковый. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет. Может, он вышел, потому что нет, все еще. И как он дальше мячом распорядится? Ходит мяч у них. А вот это пенальти. И если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка. Причем с обеих сторон. Здесь спорить смысла нет никакого. Это пенальти. И это предупреждение игроку. Да, все по делу. Разобрался арбитр в ситуации и вынес. И забивает он с пенальти. Тут все сделано как надо. Хорошее исполнение пенальти, качественно и уверенно пробил. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Давай, не хочу. Разум беги. Я еще и без крайка. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Нихуя. Куй знает. Переходят они в атаку. Отдает он мяч партнеру. Не, ну это пиздец, это край, блядь. Нахуй так делать-то, блядь. Понятно. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И это гол от перекладины. Просто гол, блядь. Нельзя давать бич. Довольно неожиданный гол, но они все-таки контролировали игру и да, чаще били поворотом, это факт. Бесспорно, Георгий, они выбрали правильную тактику, и я думаю, что это оказалось сюрпризом для их соперников. Тем временем у нас 3-1. Владика подводит. Табличка в руках четвертого судьи, 3 минуты добавлено. Очень хорошо на игру читает, мастерски. До конца, ближе. И великолепно он игру прочитал, хороший перехват сделал. Вот, навязывают ему борьбу. Мяч у соперника. Можно навес сделать здесь. Что-нибудь сделай, блядь. Вот это да, отлично. Вот это да! Нет, думаю, конечно, что никто конечно. Не ожидал такого счета после первого. Народ... Там 5 человек, ебать, прострели ты нахуй штрафную, ебаную. Как? Thank you.
Ресиверов вообще нет ни у кого, блин, просто. Сильно опаздывает. На стадионе еще. Рамон Санчес Писхуан. Второй тайм начинается. Ну, по-моему, Кинг хуёв вынес. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Он просто не заметил оппонента. Тут может быть опасно. Да, ну, мяч в ворота залетает. Вот, блядь, ебаный. Многие назвали бы этот гол случайным, но я не из их числа. Оставь сферу защиты. Нужно быть большим профессионалом, чтобы так точно подгадать момент. Одна команда сегодня на поле. Глик. Агуэро. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Осталось чуть-чуть потерпеть, и вот, да, ну, да, может быть, не генеральские, но, по крайней мере, сержантские-то погоны, бля, на плечах. Да, какая мощнейшая пощечина фавориту, а? Играет он на партнера. У нас еще фаворит называют. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит, можно продолжать игру. Прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Да. Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Ну, не должен так слабо защитник играть на таком уровне. Момент для удара. Все как надо, вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. Коротким пасом решили угловой разыграть. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Без мяча остаются они. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Это не пиздец. Скорую вызывать, пацаны. А, блядь, вставайте, мудак. Пошире они играют, мяч на фланге. Спокойно, спокойно. Опорку прикрывали. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Чего не желтый дали? Так сейчас грамотно поступил арбитр. Отложенный штраф, все по делу, все четко. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. А вот этот, например, дал доиграть эпизод. И вот что любопытно, вспомнил бы он нарушение, если бы эпизод закончился в гол. А? Теряют они мяч. Да, они, конечно, кроют всех. А что ты со мной стала будешь? Ты не сейчас. Я подумал, сейчас хоть вытянуть чуть-чуть что-то. Умеет он с мячом обращаться, и сейчас это демонстрирует еще раз. И как он дальше мячом распорядится? Я не шел, я уже. С мячом вперед он идет. Потерял он мяч, но кому он достанется? Попадает под прессинг. Очень здорово прессингуют они. Вот пас отдал сейчас, как-то хрень. Отдает он передачу. Следует скидка. Отлично защитник играет. 20 минут до конца основного времени матча. Вышли, не все кровь. Но соперник эту передачу прочитал. Блядь. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Глик. Не, я не жду на все. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Есть на фланге пространство. И что дальше тут будет?
Отлично он играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Команда была фаворитом сегодня, и они выигрывают. Болельщики благодарят команду. До конца игры времени остается совсем немного. Команда побеждает, и нужно продолжать в том же духе. Бегай вперед, Вася. На короткий угловой разыграли. Вводит мяч у них. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. До финального свистка осталось совсем мало времени, так что можно уже поздравить. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Задел мяч игрока и будет угловой. Так, Коля здесь пришел. Так что я хуй знаю, что делать. На дальний вообще никого нет. Я могу сказать. Коля, ты не туда. Я... Давай, Скорее, бегать выше. Куда вперед? И в центр штрафной подача. Очередной угловой будет подавать команда. Давай, сам. Вы на ближнюю забежали бы, а я бы открылся на дальнюю. Смотри. Правда. Да нет, он. Отойди, Лёш. Дай я прям Колю ворота попробую, блядь. Давай. Он меня выкинул. Отличная игра вратаря. Так и надо действовать на угловых. Что-то фанаты хозяйской команды поутихли. Игру соперник контролирует. Да, когда твоя команда уступает по всем статьям, тут явно не до веселья. 85-я минута матча идет. Здесь. Не, блядь, ну там же ПЗ был. ПЗ. Играют они в пас. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. В центре кройте, я возьму его. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие и, пожалуйста, мяч уже у соперника. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. И разрезающий пас на ход. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Отличный пас! Как здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец! И давайте все вперед туда. Давай через Ваню на ближку сыграем. Вот так вот, хитрят, угловой разыгран. Тихо. Мяч сыгран. Блядь, я... Хотел через Ваню, Ваня закрылся. Че ты, бля, хуйню взял? Отличный пас. И есть куда бежать ему дальше. И выносит мяч защитник. Итак, звучит... Не, ну тут привоз, выход, ебать. Потом через фланг два гола, блядь. Дом. Ну да. Подстава, конечно, серьезная, блядь. А это я шучу, у них в конце три человека. Че мы типа ТП можем требовать? Бля, вот я не пойму, как вы еще меня из состава выебали, блядь. Как, блядь? Просто пизди. Двадцать выходов с позиции, нехило. Кого? У меня. Все, да? Пока все. Да. Давай, Дим, спасибо. Пришел. Он накручивает соперника. Чем он начал? Ты бодро, блядь. Потом же пенель, блядь. Ну, там что там было сначала? Открыт счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. Катают они мяч. А, Коля потом вылетел, блядь, или вышел. Сначала Гена, потом Коля. Сначала Коля. А, сначала Коля. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы.
Нет, первый гол они забили. А вот это пенальти, и если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. Гена, и тут очень важна выдержка. Штрафной прожал, блядь, даже не отбор, а, блядь, подкат, нахуй. Ну как так-то, блядь? Забивает он с пенальти. Рафин. Фортунус ушел. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И Брагин тоже будет. И это гол от перекладины. Каболтался туда-сюда со своей работой, блядь. Был у нас. Он просто не заметил оппонента. Тут может быть опасно. Ну что там, еще будем в пятером? Будем сейчас все. Ровно, что, пятница? Мяч в ворота. Больше. Хрен его знает. Я запишу, многие назвали бы этот гол случайным. Ах, для удара. Калаш, правда, еще здесь. И все. Давай. Надо, что больше? Делает, уверен, он с этим ударом справляется. Да, вот тут видно, что они все индивидуально сильнее в центре играют. Да, то есть да, могут да, обвести да. И это, и то. И поддержать, обвести, да. И да. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. Ну, надежда зажглась, как. Не, слушай, ну.